Раннее утро на пляже у загородного парка не время для отдыха. Здесь ведутся ремонтные работы. За выходные вандалы разрушили почти все оборудование. Что-то можно починить, а что-то восстановлению уже не подлежит. Сломали информационную табличку с названием пляжа и часами работы. Далее поломали лавку, оторвали брусок для костра, ну, розжига. Написали на раздевалках, на лавочках, то есть испортили имущество. Далее пару лавочек оттащили в кусты, то есть как мебель передвигают, как у себя дома. Пляжный сезон в Самаре открылся всего неделю назад, но за это время от рук вандалов пострадали уже несколько пляжей. Где-то лавочкой пытались разжечь костер, где-то сломали крышу туалета и устройство для мытья ног, где-то разбросали содержимое мусорных урн. В предыдущие года в основном это наблюдалось уже к концу сезона, когда на пляжах было мало людей, то есть это сентябрь, конец августа, то в этом году вот уже в самом начале купального сезона эти факты отмечаются. Поэтому лето только началось, пляжный сезон только в самом разгаре, и хотелось бы все-таки, чтобы все это оборудование, оно оставалось на пляжах до конца эксплуатации. Впереди еще несколько месяцев отдыха, поэтому проводить время на пляже с комфортом или среди обломков когда-то нового оборудования – выбор за самарцами. Городские власти просят горожан бережнее относиться к общественному имуществу и не оставаться равнодушными, препятствовать преступлениям вандалов на самарских пляжах. Если нарушителей удастся поймать, им грозит административная ответственность и штраф. А пока испорченное оборудование подрядчики восстанавливают за свой счет. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».